вот как это связано с изомонохромными? Вот, ну, я как раз проигнорировал уравнение Шлезингера, это изомонохромная деформация линейных функциях систем. Значит, там, значит, когда dy равняется, там сумма, значит, значит, какие-то, значит, матрицы биты на z минус аиты и dz минус аиты. Так вот, значит, если мы будем, значит, это просто уравнение по z здесь. Если мы будем теперь двигать точки и требовать, чтобы у Мандромии у этой линейной системы сохранялось, то, значит, тогда матрицы биты должны зависеть от положения точки. А это и они были обязаны удовлетворять уравнение Шлезингера. В таком виде, значит, не получились уровни Шлезингера в 2012 году Шлезингера. Спасибо.